Харсис. Виноградная лоза приносит три грозди: гроздь наслаждения, гроздь опьянения и гроздь омерзения. Злой человек похож на уголь. Если не жжет, то чернит тебя. Лучше иметь одного друга многоценного, чем многих малоценных. Первая чаша принадлежит жажде, вторая – веселью, третья – наслаждению, четвертая – безумию. Рынок – это место, нарочно назначенное, чтобы обманывать и обкрадывать друг друга. Удивительно, как при начале пира пьют из малых чаш, а с полными желудками – из больших. Чтобы не стать пьяницей, достаточно иметь перед глазами пьяницу во всем безобразии.